Сережки. Кто к нам в гости идет? Очень любим матрешки разноцветные, одежки сами ткем и придем, сами в гости к вам идем. Они говорили немножко на английском языке, а нам английский язык был не знаком. Они очень доброжелательные, очень приветливые, все говорят спасибо за все. У вас на столах имеются заготовки. Сегодня мы творчески вместе поработаем. Когда делаешь эту березку, посещает очень интересное чувство. Ведь такое дерево, оно только в России растет. И поэтому такая поделка имеет очень много значений. У нас в школе таких не делают. Я знаю, что им вообще нравятся очень массовые соревнования. Они массово всегда выступают, массово танцуют. Я был хай-хай, они постоянно на площади танцуют. И я подумал, что для них более ближе будет аэробику провести.